Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 6 класса из учебника «Коровиной», раздел «Произведения русских писателей XIX века» Федор Иванович Тютчев «С поляны коршун поднялся». Рубрика «Учимся читать выразительно». С каким настроением вы будете читать стихотворение вслух? Если настроение будет меняться по мере чтения, то как? Ответим. Начало стихотворения я буду читать с гордой, торжественной интонацией, радостным настроением. Затем, когда речь пойдет о человеке в поте и пыли, интонация станет грустной, с ироничным оттенком. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!